Рубрика «Что я ем? Ужин». Домашние вареники с творогом. Так, доказательство этому. Вот могу показать. Вот. Творожок. Так, это я делаю так, смотрите. Насыпаю много-много-много сахара. Много-много-премного сахара. Вообще, обычно я сахарную пудру сыплю. Ну, потому что я... Быстрее просто тает. Вот. Так, и кусок шмат, можно сказать. Шмат сливочного масла. Так, сейчас я буду пока размазывать, потом покажу. Сейчас буду аккуратно размешивать. Итак, мой ужин. Вареники с творогом, сладкие, со сливочным маслом. И черный чай с имбирем. Чай у меня всегда без сахара. Очень редко я добавляю сахар. Вот такая вкусняшка. Вы не смотрите, я все это не съем. Я съем половину, может, не знаю, сколько я съем, остальное останется на завтра. Вот такая вкуснятина у меня. Вот. Желаю вам всего самого доброго, приятного аппетита, кулинарного вдохновения, хорошего вечера, удачного, веселого понедельника. Проходите по ссылочке, читайте мои книги, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всего вам самого наилучшего. До встречи. Чао, какао.